Сегодня, по сложившейся традиции, в Центральном музее артиллерии инженерных войск и войск связи на берегах Невы выпускники Балтийского государственного технического университета военмех имени маршала Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова получают государственный документ об окончании учебного заведения. Выпускники 2018 года приглашаются на торжественную церемонию вручения дипломов об окончании военмеха. Громогласные аплодисменты. Встречаем факультет Р Международного промышленного менеджмента и коммуникации. Под ваши аплодисменты.
хочется пригласить ректора БГТУ «Военмех» имени Михаила Джаустинова Иванов Константин Михайлович. Встречаем! Встречаем первого проректора. Проректор по образовательной деятельности Бородавкин Вячеслав Александрович. Декан факультета А. Юлаков Леонид Павлович. Декан факультета Е. Шашурин Александр Евгеньевич. Декан факультета И. Страхов Сергей Юрьевич. Декан факультета О. Петров Сергей Константинович. Декан факультета Р. Шматко Алексей Дмитриевич. Наши уважаемые почетные гости, директор военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Крылов Валерий Михайлович. Заместитель генерального директора АОЭ информационные спутниковые системы имени академика Михаила Федоровича Решетнева Матроницкий Дмитрий Анатольевич, выпускник военмеха. Заместитель председателя попечительского совета Лугин Олег Петрович. Встречаем аплодисментами. Аплодисменты заместителю студенческого совета университета Ефимовой Юлии. Ваши аплодисменты, друзья. По случаю вручения диплома государственного образца Балтийского государственного технического университета военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова вносится флаг Российской Федерации.
аплодисменты! Дорогие выпускники, уважаемые гости, слово предоставляется ректору БГТУ ВМЕХ имени Дмитрия Федоровича Устинова Иванову Константину Михайловичу. Аплодисменты! Спасибо. Уважаемые выпускники, уважаемые родители, гости, профессорско-преподавательский состав ВМЕХа, сегодня у нас замечательный день. Мы вручаем дипломы нашим выпускникам. Уже более 10 лет мы это делаем в этом замечательном месте, историческом центре нашего города, в историческом артиллерийском музее, где представлены разработки наших выпускников у вас за спиной, конструкторов наших, технологов, которые создавали оружие. Родившийся в 1932 году как институт ВМЕХ имел глубокие исторические корни. Мы вышли из императорского училища цесаревича Николая, и только два вуза Советского Союза Российской Федерации вышли из ремесленных царских училищ, это ВМЕХ и МВТУ имени Баумана в Москве. Затем мы стали ВМЕХом с нескромным девизом «ВМЕХ лучше всех». И этот девиз был директивой коммунистической партии в 1932 году, который предписывал в течение короткого периода времени выпустить лучших директоров оборонных предприятий, конструкторов и наладить нашу отечественную оборонную промышленность. С тех пор ВМЕХ с этим лозунгом двигается вперед. Мы стали техническим университетом в 1992 году, Балтийским университетом, сохранив приставку ВМЕХ. И в настоящий момент ВМЕХ является одним из самых, если не первым, вузом по успешности наших выпускников. Наши выпускники занимают высокие государственные посты, работают в правительстве, губернаторами, вице-губернаторами, вице-премьерами, министрами. Наш ВМЕХ выпустил практически все воинские звания советской и российской армии, начиная от маршала, генерал-полковника, генерал-лейтенанта. И вот эта успешность наших выпускников заложена в нашей системе подготовки. Мы всегда старались нацелить наших выпускников на достижение успеха, потому что ВМЕХ и успех – неразделимые слова. Мы воспитывали высокую гражданскую позицию. Среди выпускников огромное количество патриотов Российской Федерации, которые служат нашей стране. Среди выпускников ВМЕХа огромное количество успешных бизнесменов, например, и спонсор «Зенита», «Газпром», «Межрегионгаз», председатель Селезнев Кирилл Геннадьевич, и Геннадий Тимченко, спонсор СКА и российского хоккея, выпускники ВМЕХа. Огромное количество выпускников ВМЕХа трудятся в государственных структурах, в Госдуме, предприятиях, всех не перечислишь, но всех нас объединяет любовь к нашему вузу, уважение к нашей стране и любовь, высокий патриотизм и стремление к успеху. Сейчас вы вливаетесь в ряды выпускников ВМЕХа, и мы вам желаем успешного пути, мы вам желаем достичь максимальных успехов, мы вам желаем никогда не забывать наш небольшой вуз и продолжать его традиции. В добрый путь, выпускники ВМЕХа. Спасибо. Огромное спасибо, Константин Михайлович. Друзья, приветственное и поздравительное слово предоставляется декану факультета А. Юнаков Леонид Павлович, вам слово. Спасибо. Дорогие мои выпускники, еще недавно вы были школярами, детьми, а сейчас вот смотрю, сердце радуется. Какие вы стали. Вы прошли большой и сложный путь. Ну, много было тяжелого, много было радостного. Вы получили закалку, но самое главное, вы обучались в одной из самых лучших технических высших школ страны.
И как было сказано, из этих стен вышло очень много людей, которыми гордится страна. Я также желаю, чтобы вами гордилась страна, чтобы у вас было все хорошо, чтобы вы радовали родных и близких. Добрый путь вам! Приветственное слово и слова поздравления предоставляется декану факультета Е. Шашурин Александр Евгеньевич. Дорогие друзья, добрый день. Я думаю, что вы все очень радовались, когда увидели себя в списках поступивших в военмех. Потом вы все приближали этот день в период сложных сессий. И сегодня вы с гордостью можете сказать, что вы выпускники. Мы вас с этим торжественно поздравляем. Вы добились двух высоких целей. Вы поступили в военмех, и вы закончили военмех. Мы вас с этим поздравляем. Я вам желаю, чтобы вы в будущем ставили перед собой высокие цели и обязательно их достигали. А сегодня обнимите своих родных и близких, которые были рядом с вами эти годы. Обнимите друг друга, своих одногруппников и одногруппниц, потому что, может быть, в следующий раз вы встретитесь лет через 10 или через 15, это на самом деле так. Поблагодарите, пусть даже мысленно, своих преподавателей, так как все, что вы дальше будете делать, каким-то образом дали они вам. Ну и хорошо, сегодня отпразднуйте вручение дипломов. Всех благ вам, успехов и удачи. Александр Евгеньевич, спасибо большое. Приветственное слово и слова поздравления предоставляются декану факультета И. Страхов Сергей Юрьевич, аплодисменты. Дорогие выпускники, присоединяюсь к поздравлениям с успешным окончанием вуза. Многие вам желали успеха и еще будут пожелания успеха. Но что такое успех? Успех – это ваше стремление к нему, это ваше трудолюбие. Как говорится, везет тому, кто везет. Желаю вам оставаться трудолюбивыми, не бояться браться за сложные задачи, потому что в технике простых задач сейчас не осталось, как вы понимаете. Ну и, конечно, решение сложных задач требует от вас постоянного обучения. Ваш диплом – это только первый шаг. Их будет много таких шагов. И пока вы будете учиться, вы будете расти, жить и работать. Я вас поздравляю. Успеха, здоровья и удачи. Слова для поздравлений предоставляются декану факультета О. Петрову Сергею Константиновичу. Дорогие наши ребята, я, естественно, присоединяюсь к поздравлениям коллег. Поздравляю выпускников нашего немногочисленного факультета. На нашем факультете не так много выпускающих кафедр. И хочу передать всем, без исключения сегодняшним выпускникам, огромный привет от наших обеспечивающих кафедр, которые входят в наш факультет, от которых вы натерпелись на младших курсах больше, чем от всех остальных. Начиная от кафедр инженерной графики, физического воспитания и спорта и так далее, и так далее. Я надеюсь, что вот эти кафедры, обеспечивающие так называемые, заложили в вас хороший фундамент. В сегодняшнем турбулентном мире профессиональная состоятельность будет проверяться многократно, но какие-то флуктуации обязательно будут в вашей профессиональной карьере. И вот тот фундамент, который заложили общеобразовательные кафедры, надеюсь, будет вам отличным подспорьем в вашем долгом, надеюсь, творческом пути. Во всяком случае, мы именно такого пути вам желаем. Хочу пожелать вам оптимального сочетания вот этой фундаментальности, основательности, устойчивости и динамики, динамичности и постоянного стремления в вашей карьере к идеальной траектории. Идеального ничего в мире не бывает. Пусть на этом пути, в этом стремлении вам сопутствует удача. Удачи вам во всем. Спасибо. Несмолкаемые аплодисменты и приветственное слово для декана факультета Р. Шматко Алексей Дмитриевич. Спасибо. Уважаемые друзья, коллеги, мы хорошо с вами потрудились. 4 года выпускаем бакалавров.
У нас большой выпуск, это лингвистика, управление персоналом, первый раз мы выпускаем, менеджмент традиционно, но это не заканчиваем мы на эту нашу с вами работу совместную. У нас уже идет прием в магистратуру, 17 июля вступительный экзамен, мы всех ждем, выпускников бакалавриата, в нашу магистратуру. Магистратура, государственное муниципальное управление, менеджмент, управление персоналом. Мы предусмотрели места для всех, кто сможет и почувствует в себе силы, желание, творческий настрой продолжить учебу в магистратуре военмеха, как для наших выпускников факультета Р, так и для технических факультетов. Магистрантам я желаю успехов и приглашаю в нашу аспирантуру. У нас прием документов ведется, вы знаете, до 5 июля. И начиная с 4 сентября продолжается прием документов и вступительные экзамены с 10 сентября. Так что, коллеги, я надеюсь, мы не прощаемся и будем продолжать совместную работу. В добрый час! Громогласные аплодисменты всем деканам, друзья! А сейчас для приветственных поздравительных слов слова предоставляются почетным гостям сегодняшнего праздника. Директор Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи Крылов Валерий Михайлович, вам слово. Уважаемый Константин Михайлович, уважаемый профессорско-преподавательский состав, более 10 лет посвящения в студенты военмеховцев проходит в музее. И более 10 лет, вот уже очередной выпуск, сегодня ваш праздник, сегодня праздник музея. Я продолжу то, что говорил ректор. Учебно-практическая база для тех, кто изучает историю развития ракетной техники, артиллерийской, стрелкового вооружения, это артиллерийский музей. И я хочу сказать, сегодня мы стали на юбилейную вахту. В следующем году известному конструктору Михаилу Тимофеевичу Калашникову исполняется 100 лет. Мы уже выполняем программу по указу президента Российской Федерации подготовки к этой юбилейной дате. И хочу сказать словами Михаила Тимофеевича, когда еще уходя, он говорил так: «Я считаю, что артиллерийский музей надо переименовать в академию, потому что все образцы ракетно-артиллерийского оружия, стрелкового оружия, которые мы создаем, передаем для того, чтобы последующее поколение изучало их». Я хочу поздравить еще раз выпускников, и я не могу, как кадровый артиллерист, гостей, родственников, выпускников по нашему артиллерийскому, два коротко, один раз протяжное, по моей команде 3-4. Ура! 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 Задорно и по-боевому. Друзья, я думаю, что от следующего почетного гостя вам будет вдвойне приятно услышать напутственные слова, потому что это выпускник военмеха Матроницкий Дмитрий Анатольевич, заместитель генерального директора АО «Информационные спутниковые системы» имени академика Михаила Федоровича Решетнева. Уважаемые военмеховцы, не все знают, но у нас сегодня нестандартный день. Мы 2 года назад начали новый проект с военмехом. Проект называется «Базовая кафедра». И магистратура уже создается не только в военмехе, но и с нашим предприятием вместе. Среди ребят есть 8 отличных выпускников с отличными результатами. И я бы хотел пожелать не только им, а всем военмеховцам одну простую вещь. Надо быть ближе к космосу, к звездам, и военмех этому помогает. Вам всяческих успехов в самом главном в вашей жизни, в профессионализме. Всего доброго! Приветственное слово и слова поздравления предоставляются заместителю председателя попечительского совета Лухину Олегу Петровичу. Вам слово. Дорогие ребята, вы самые счастливые, потому что действительно учиться в военмехе, его закончить, это действительно великое счастье. И я хочу сказать, что вот мы только что с ребятами съездили на автопробегом 3 машины на Байконур. И с нами ездила студентка Маша Щербакова, 3-й курс.
И нужно сказать, что везде, где мы были, мы возили с собой, везли флаг военмеха. Везде его показывали, везде говорили о военмехе. И я хочу сказать, что вот в тех предприятиях, на которых мы и «Прогресс» были, и мы в «Энергии» были, в «Энергомаше», и были также на Байконуре, везде про военмех, про сотрудников, везде вас ждут, везде хотят, чтобы у них работали сотрудники военмеха. Я от всей души вас всех поздравляю. Ну и, конечно, вы знаете, что космическая дорога в военмехе тоже открыта. И наши замечательные космонавты Георгий Гречко, Сергей Крикалев, Андрей Борисенко, который готовит сейчас следующий полет на следующий год, свой третий полет. Ну и ребята, которые в отряде космонавтики. Вот. И вы можете тоже стать космонавтами, если захотите. Но я самое главное скажу, что действительно, это самое счастье учиться, закончить военмех. У вас хорошее, отличное будущее. Я вас всех от всего сердца поздравляю. Ну и завершить приятных поздравлений заместитель студенческого совета университета Ефимова Юлия. Вам слово, друзья. Девушки, громче, мужчины, парни! Уважаемые выпускники, от лица всего студенческого совета я рада поздравить вас с этим праздником. Диплом военмеха – это еще одна покоренная вершина вашей жизни. И таких вершин будет немало. И чтобы вы покоряли все больше и больше вершин, я вам желаю по жизни руководствоваться замечательным выражением из знаменитого советского фильма. «Вижу цель, не вижу препятствий, верю в себя». Верьте в себя, и в этой жизни вам все будет по плечу. Поздравляю вас! Аплодисменты почетным гостям на сегодняшнем празднике, друзья. Громкие, громкие, громкие овации. Ну а сейчас, мне кажется, мы подошли к одному из самых долгожданных моментов, друзья. К награждению и вручению дипломов лучшим студентов каждого из факультетов. Константин Михайлович, я бы вас попросил выйти в центр сцены, потому что сейчас я приглашаю на нашу сцену лучшего выпускника факультета А. Баданина Алена Андреевна. Факультета А. Два коротких и одно протяжное. Кип-кип! Ура! 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 Лучший студент факультета Е. Яковлев Илья Андреевич. Друзья, не будьте скупы на аплодисменты. В честь факультета Е. Два коротких и одно протяжное. Гип-гип! Ура! Ура! Лучшая выпускница факультета И. Зыбина Виолетта Валерьевна. В честь факультета И. Два коротких и одно протяжное. Кип-кип! Ура! 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 Лучший выпускник факультета О. Савченко Никита Сергеевич.
честь факультета О. Два коротких и одна бронежная. Гибки! Ура! 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 Лучший выпускник факультета Р. Рихтина Александра Александровна. Рехтина Александра Александровна и в честь факультета Р. Два коротких и одна бронежная. Гип-гип! Ура! 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 Друзья, диплом магистратуры вручается Молдаванову Дмитрию. Ну и в честь магистратуры, друзья, два коротких и одно протяжное. Гип-гип! Ура! 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 Дамы и господа, в честь выпуска 2018 года показательная церемония развода роты почетного караула города Санкт-Петербург. Под ваши аплодисменты! Аплодисменты! Несмолкаемые, громогласные, друзья! Почетного караула города Санкт-Петербург. Два коротких и одно протяжное. Гип-гип! В честь! Ура! 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 Ну что ж, дорогие уважаемые выпускники, родители, впереди действительно начинается самое интересное. Вы вступаете на серьезную тропу жизни. И в честь выпуска 2018 года. Я надеюсь, что вы теперь никогда не забудете, что военмех лучше всех!
С праздником, выпускники! На этом торжественная церемония вручения дипломов объявляется закрытой. Всех выпускников приглашаем в здание музея для вручения дипломов, друзья. Аплодисменты почетным гостям и преподавательскому составу.